В самую главную ночь и праздничные выходные в областном центре усилят контроль за безопасностью. Первый заместитель главы администрации города Валентин Демидов подчеркнул, для спокойствия жителей проработали разные варианты развития событий. В регионе продлен желтый уровень опасности. Повышенное внимание главной площади, где будет основное скопление людей, особенно в новогоднюю ночь. Будет на площади работать центр принятия решений, который будет анализировать каждое возможное событие. Люди должны быть спокойны за свою безопасность. И мы хотим предупредить, что если у нас будет информация от силовых структур, от Министерства обороны о возможных угрозах, то мы будем просить граждан покинуть площадь. И для этого подготовлена вся инфраструктура. Мы сможем это сделать быстро, спокойно, без суеты. Но мы будем предупреждать жителей и во время праздника будем раздавать флаера, где находятся выходы с площади. Мы продумали все алгоритмы для того, чтобы жители могли быстро и оперативно покинуть площадь. Подготовили все системы укрытий в радиусе 3 кварталов от центра города, для того, чтобы они были открыты своевременно. Также Центр оперативных решений будет следить за теми, кто решит воспользоваться пиротехникой. Напомним, в Белгородской области запрещено продавать и использовать петарды, фейерверки и салюты.